Всем привет, с вами я, Ван Грешник, а это супер хайповая игра, вот недавно была, там вот весь вот этот вот завален был всеми этими видосами про вот эту игру. School Boy Runaway, надо убежать, я так понимаю, откуда-то. Обожаю радужные колечки, это мой любимый завтрак. Молодец, молодец, хорошо. Хотя, ну как, зависит от радужных колечек, в зависимости от еды. Он тут что-то говорил, я пытался проверить звук. Настроек я здесь вообще не вижу, значит их здесь нет. Сверху реклама, я ее вот так хоп, замажу, играю со смартфона, естественно. Отсылка была на какую-то игру, я так понимаю, или что-то в этом духе. Так, нормально, нажми, чтобы начать. Поехали. Погнали! Ну, давай. Так, и что? 0.3051, это версия. FPS 60, охуеть. Так, он играет в... Не знаю во что. Что? Кто сказал? Что? Кто? Что случилось? Мама, мама! Можно мне погулять? Мой друг пришел. А уроки все сделал? Да, действительно. Да, все. Тогда неси дневник. Ой, врет матери. Понятно, понятно. Не надо было, не надо было вообще. Что это такое? Двойка? Замечание? Плохо вел себя на уроке? Баловался. Все, пиздец. И ты еще гулять собрался? Не стыдно? Бегом учить уроки! Никаких гулянок! Он сегодня не выйдет. Все понятно, все. И смотри у меня. Если увижу, что ты занимаешься чем-то другим, получишь по первое число. Ладно, ладно. Ну так, объем прямоугольного параллелепипеда. Фигуры из рисунка 175 А и Б состоят из разного количества одинаковых кубиков. О таких фигурах можно сказать, что их объем... Но она же сказала, что если отвлекемся, то все. Или нет? Опа. Да ну нафиг, чтобы я и учил уроки. Ну, да, это да, несовместимые да, вещи. Да, да, мазила. Там кто-то футбол, походу, смотрит. Нажми, чтобы получить подсказку. Ага. Ебать, сынса красивая какая-то, посмотри. И 60 FPS, и графика ультра HD. 178 миллионов плюс. Какая-то газировочка стоит, да? Да, какой-то розовый лимонад. Не знаю, не знаю, так. Альбом. А как подпры... Ага, можно подпры... А, это ты сидел, нихуя ты громадный какой, а я думал, ты, ну, типа, маленький, вот такой вот, я думал, о, типа, здравствуйте, я маленький. Нет, он не маленький, ни хрена не маленький. Так, ага. А, надо вернуться на кровать, я так понимаю, да? Так, все, кликом по предмету он как бы открывается. Подожди, закрой дверь тогда. Закрой пока дверку. Сядь. Компьютер. Нет, компьютер не работает. Сумка. Надо тыкать, получается, по экрану. Хорошо. Открывай. Книжки какие-то. Ничего сверхъестественного я пока не вижу, ладно. Ну сколько можно? Так, не ори, пожалуйста. А? Вот не ори. Опа. Андрей. Enter password. Пропустите вот для пароля. Подожди, а какой пароль у меня? Подсказка. Андрей плюс год рождения. А какой, собственно, сейчас год? Может мне кто-нибудь тебе... Опа. Какой, собственно, сейчас год рождения? Грамота за участие в конкурсе «Худший ученик» 2014 года. Балл за предмет математика 0, физкультура 0, природоведение 0, безделие 100 баллов. Ебать, как ему, конечно. Прикольно было, походу. Но это не дело, учиться, конечно, надо. Так, 2014 году. Грамота, бездельник года. Лучший, лучший. В каком году? А вот там что у нас? Ну-ка, дай-ка посмотреть. Я ничего не вижу. Это камера? Нет, это не камера, это просто обои отходят. Вот я бы показал, как надо. Да-да-да, естественно. Ты бы показал какой-то... Как-то вещей-то маловато, слушай. Надо пойти полить цветы. Но у меня-то цветов в комнате нет, правильно? Я же, ну, как бы нихуя не сделал. Все идет, плюс цветы свои поливает. Мы мешать не будем. Черт, придавило.
пойду схожу в туалет. Да, действительно, иди. Все нормально. Иди. Туалета-то у нас нет, правильно? Все это мимо нас. Все это мимо кассы. Мне нужен какой-то пароль. 2014 год. Он в первом классе или как? Сколько ему лет? Я хрен его знает. О, да, да. Опа! Я учусь. Ебать! Да, не повезло, не фартануло. Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. Хорошо. Ну че, ну так нельзя же, ну ты что. Здорово, собак. Опа, метла. А в этом есть смысл, да? Мететь двор. Это вообще-то абсолютно бессмысленно, как бы, женщина, вы понимаете, что это, ну, какой-то бред. Я понимаю, что вот здесь, да, есть смысл, вот тут грязь какая-то, а вот тут какой смысл? Какой смысл мести землю? Это же абсолютно бредовая информация. Так, мету. Он автоматом это делает. Все, мету, что надо-то? Что вы хотите от меня? Я мету. Ну, а что поделать? Какая злая. Так, все, сделал, все готово. Да, пиздец, конечно. Не будешь учиться, всю жизнь мести дворы будет. Ну, как бы это, конечно, не гарантия, что он не будет мести дворы, когда учится. Но, тем не менее, можно сказать, что доля правды в этом есть. Как бы учеба там свет, не учение мрак. А что у нас вот здесь? А здесь у нас лестница. А ты можешь по ней подняться, собственно? Нет, тут не достает палок. Вот, судя по всему, мне лестницу надо построить, да? Так, какая-то бочечка. Ну-ка, шанс осмотреть, что... Ой, арбузик стоит. Я вот как раз взял сегодня арбузик. Неплохо. Хороший арбузик попался. Так, какая-то хрень стоит еще на столе. Полочки. Плитка. Все дальше... А могу пройти, давайте, типа мы метем. Ну, вдруг мы настолько захотели убраться в доме, настолько нам стыдно, что мы решили подметить. Ага, телевизор. Все хорошо, здравствуйте. Так, я мету. Все чисто же. А что ее не устраивает? Я же все подмел. Все же идеально чисто. Или машину тоже надо подпись? Ну, хоть что-то у тебя получается. Давай бегом за учебник. Хорошо, бегом за учебник бегу. Так, спокойствие. Спокойно. Мы стелс. Так надо понять, куда она ходит и как она ходит. Я же этого совершенно не понимаю. Понимаете, в чем прикол? Ух, ебать. Так, кто играет? Все хорошо. Так, красные против синих, красные обходят. Молодцы! Да, действительно, молодцы. Могут же. Как же могут, красавцы. Я пока тоже смогу. Так, ой, ебать, тут цветы. Ебать. Куда ты пинаешь? Куда пинает, хуй его знает, не знаю. Куда пинает, хуй его знает. Так, спокойно, тут что-то должно быть. Коврик для спины, кстати, вот тут справа лежит. И коврик для йоги, видимо, кто-то занимается йогой. Что это такое, оно не подбирается. Приколить, что ли? Ну почему ты не видишь-то этого? Вот какая-то... Ага, батарейка. Вот это коврик для спины, короче, ложишься на спину. И на нем типа катаешься или что-то в этом духе. Видимо, кто-то йог. А я могу спрятаться? Так, пойду полью цветы. Ой, блядь, спокойно. Пойду гляну, кто там мне пишет. Кто там мне пишет? Свет включен. Он заметит? Так. Не понял? А кто включил свет? Не знаю, я тут ни при чем. Сейчас ты у меня получишь. Кто получит? А почему сразу я? Подождите, почему? Галя! Наш сын прячется где-то! С чего вдруг сразу сын-то виноват? Может, Галя свет включила? Нет вообще? В шкафу сидишь, да? Нет. Попался!
А почему сразу он виноват, вот вопрос? Давай бегом вокруг дома. Три круга, побежал. А как, против какой стрелки? Против часовой или по часовой? Это очень важно. А почему сразу я-то виноват, вот непонятно. Вот, исхрена ли главный виновник? Не понимаешь по-хорошему? В смысле не понимаешь по-хорошему? Все ж в порядке было, все было хорошо. С чего это вдруг? Ненавижу бегать. В смысле ненавидишь бегать? Так, подожди, то есть ты вообще его по всем предметам отстаешь? Это как так? Обычно... Ты что, совсем тупой? Давай, бег относится к тупости? Это полный бред. Ваше высказывание абсолютно не имеет никакого смысла. Значит, будет по-плохому. Почему сразу на него? Может, это Галя шла такая в спальню полить цветы и включила свет? Может, хлопка... Может, это умный дом у вас встроен, и она такая похлопала в ладоши, и свет включился. Ты откуда знаешь? Откуда ты знаешь, последний, что это я? Последний круг! А ты сам-то бегаешь? Спортом занимаешься, да? Хорошо. Ишь ты, пиздельник! Ну, мы не особо-то и бегаем. Мы такое ощущение, что просто пытаемся чуть-чуть быстрее ходить. Как бы и все. Ну и прекрасно, ну и пожалуйста. Так. Молодец! Теперь быстро уроки учи! Ну хорошо, ну ладно. Вообще странно, я по звуку... Я все понял, кто к чему и зачем, получается, ничего трогать не надо. По-моему, это как в игре Метель. Что-то в этом духе. Блять. Ага, пошли. Хорошо, укай. У меня батарейка есть какая-то. У меня есть батарейка. Ой-ой-ой-ой. Опять 25. А подожди, телевизор вырубается в какой-то момент определенный. Что? Кого назвать? Чего назвать? Не понял. Чего назвать должен? Нихуя. Отобразите название цветов. Подожди, это пароль какой-то. Или все надо сделать синим? О! Четко? Нет, чуть-чутко. Нихуя не четко. Так, подожди, я взаперти. Надо подумать. А в какое время начинают идти поливать цветы? Нам надо вот это понять. В какое время они идут начинать поливать цветы? Это же какой... Ну, как бы не просто так часы же стоят, правильно? Подожди, на кровати что-то есть? Под подушкой? Или нету? Блядь, там дверь не закрыта, ё-моё. Я до свидания. Да-да-да-да. Так, что ты хочешь вообще здесь? Ебать ты приколист, блять, юмористический. И чё? Ебать, я мог сбежать так просто. Надо было по стелсу. Догоняй. Беги. Блять, в чем проблема через забор? В чем проблема через забор? Во-первых, зачем он это делает? Его же по-любому спалят. В любом случае, как бы его спалят, и в любом случае его накажут. Как бы он ни старался, как бы он ни крутился, все равно будет капец. Я так понимаю, нам показали, что мы... Ох, блять, да, не успел. Сколько можно повторять? О, это плохо. Это осуждаем. Это нельзя. Уровень сложности нормально. Время прохождения 12 минут. Вот как же я так облажался. Надо было быть более бдительным и хитрым. С такими навыками все, что я могу, это только получить ремня по заднице. Заново. Как же много рекламы в данной игре. Делать то, что мне не нравится. Хочу жить свободно. Ну вот вырастешь, потом будешь, как тебе надо этот...
А пока не вырос, все, делай уроки и вот занимайся своими этим домашним обиходом. Вообще комп есть, понимаешь? Есть какие погулять, когда у тебя есть комп? Вот вообще, что, как такое может быть? Ты посмотри, ну, просто сел, сиди себе, рубись, играй во что хочешь, да, и учись периодически. Какие прогулки? Зачем? Сядь. Так, получается, она на кухне, да, все это время? Хорошо, мне зачем-то надо... Заперто на ключ. Ну и... Так, все, я понял. Они там будут сидеть до скончания времен, да, я так понимаю? Хорошо. Можно включить в ванной свет? Я так понимаю, нет. Как включается ванный свет? Ага, шторка отодвигается. А, я могу спрятаться, все прекрасно. Грязная тряпка. Зачем мне грязная тряпка? То есть пока каких-то звуковых уведомлений нет, в принципе, я могу делать все самостоятельно, правильно? Понадобится специальное средство. Одну минуту. Все, я понял прикол. Специальное средство. От жира ебать. Прикол, прикол, прикол. Прикол, прикол. Средство от жира. Средство от жира. Средство от жира. Средство от жира. Средство. Ой-ой-ой. Ой, сачок, ой, хлебушек. А чё вам? А ну иди сюда. Я ищу средство от жира. У меня в комнате грязно. Метлу в руки, да, и пошёл, чтобы ни единой соринки не было. Вопрос, подожди, а где может быть средство? А могу я войти в дом? Не могу, секунду. Может, я через окно увижу средство от жира. Нам нужно найти где-то средство от жира, тряпка в целом у нас есть. Ну какая разница, грязная она, не грязная она. Мне кажется, весь подсказок тут хрен что узнаешь. Ну потому что пока что я нашел предметы, которые я не знаю, как друг с другом совместить. Как облутать кухонные шкафы, я вообще понятия не имею. Ну ладно, она тут стоит, насрать, мы можем на картах вползти, и пока она готовит, вот здесь вот изучить весь вопрос, вот этот комод, весь шкаф изучить. Я думаю, беспалевно можно, да ведь? А, телевизор ребит, подожди, можно его, наверное, подключить. 2015 год на дворе. В 2014 году он получил оценку худший. То есть, как минимум 2 года. Ну, в каком классе может быть? В первом. Вот узнать бы, в каком классе еще. Так, все подмели, хорошо. Ага, отлично. Заебись. Прикол. Так, ну проще, конечно, вокруг дома 3 кружка бежать. А это наказание гораздо изобретательнее. Ой, да хватит, ну прекращай, ну о чем ты говоришь вообще? О чем ты вообще говоришь? Все хорошо. Так, все почистили, все прекрасно. Но это игра про метод пробы ошибок. Ты как бы своими силами. Давай, пивом за учебник! Все, все, иду, иду, иду. Как же много рекламы. У меня есть какое-то время, я так понимаю, пока они не пойдут чем-то заниматься. Я так понимаю, это так. А что это за комната? Это кухня, хорошо, идем к отцу. Крохот сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. А он как встает и уходит? Он встает вот так и уходит, правильно? Правильно. Вопрос, каково у них боковое зрение? Так ты меня не видишь вообще такой штуки. Ебать, прикол, конечно. Тут фишка. А ну стоять! Да, бля, все-таки он видит, оказывается. Я думал, он не услышит. Давай, бегом вокруг Я дома. Я думал, он три круга, не побежал. Услышит. Вопрос в том тогда, что делать?
Подожди, мы у собаки еще не отбирали. Может, нам надо как раз попасть вот сюда и... Но! Я не могу взаимодействовать с собакой. Если я с собакой взаимодействую, то она попытается меня укусить. Собаку нужно чем-то покормить, скорее всего, да? Скорее всего, да. Здесь есть метла, здесь есть лейка, здесь есть вода. Вода, вода, вода. Куда идет вода? Бежать, я сказал! Да подожди ты, я тут изучаю местность. Так, водой можно полить цветы. А-а-а, вот какие цветы она поливает. Подожди, она может открыть дверцу, и она может полить цветы. Наверное, когда она открывает дверцу, мне надо чем... Еще одна палка, отлично, две палки уже есть. Не понимаешь, по-хорошему, значит, будет по-плохому. Так, ну-ка, давай-давай. Раз палка, два палка. Ладно, уже я нашел, как в целом можно, наверное, отстроить себе эту лестницу. Да что за прикол-то, я ж бежал. Попался! Я ж бежал. Третий раз уже. Какой третий раз уже? Какой третий раз уже? Это второй, алло. Я нашел режим практика. В режиме практика... Найдите способ, чтобы незаметно свалить из дома. В режиме практика, я так понимаю, всем на все похуй, да? Да? Да, всем на все похуй в режиме практика, хорошо. То есть мне надо понять, где могут лежать предметы, какие шкафы, сколько раз мне надо будет их открывать, зачем все это нужно. И потом после режима практика мы такие зайдем в основную игру и все это в основной игре сделаем. И это будет заебись, правильно? Правильно, все четко. Уж не знаю, насколько этот видос выходит, ясное дело, наверное, предметы спавнятся рандомно. Ага, моющие. Нет, моющего нет. А где у вас тут моющие, ты не подскажешь мне? Опа, опа, отвертка, спокойно. Отвертка. Комодик, опа. Так, что режет? Лук режет, смотри-ка, лук. Лучочек, помидорчики, огурцы. Салатик делает, значит, все понятно. Так, слив с коленом. Какое-то колено слишком маленькое, ну да ладно. В морозилке, скорее всего, мясо, да, но мясо, наверное, надо будет разогреть. Верно? Неверно. Ага. Подожди-ка. Что-то здесь не так. А, чайник. Так, подожди, я могу открыть крышку, зачем? Нахуя? Делаю я. Так, картошечка. Ну подожди, у нас сейчас котлетки с макарошками. Нет, с пюрешкой. Как применить предмет? Может, его можно уже применить, просто я этого, собственно, сделать не могу. Так, ладно, выруби пока это все. От этого можно сойти с ума. А, микроволновая печь, ебать, прикол, конечно же. Подожди, так будет же слышно пиканье от микроволновой печки. Это же не вариант. Или пода... найти в морозилке мясо. Забрать мясо, ебануться. Подожди, ну вот я нашел уже одно сочетание. Короче, либо когда она пойдет поливать цветы, либо когда она пойдет открывать дверку, я быстро засовываю мясо и за 10 секунд его готовлю. Но это нереально. Так вот в чем прикол. Подожди, а снаружи ты можешь открыть? Как это? Как это так работает? Как-то. То есть я могу открыть окошко, я могу выйти наружу. Снаружи я, по идее, наверное, могу их отвлекать, правильно? Вот же входная дверь заперта. Ключ, наверное, у мамы. Ключ, наверное, у мамы. Хорошо. Так, собака. Слишком опасно. Так это же этот, как она? Барсик, барсик. Дай мне этот, не надо, не даешь? Ну, ясно дело, мясо мы даем собаке, собака, собственно, палку нам отдает. Все, собака палку нам отдает, все понятно. С мясом хронология действий в целом ясна. Единственный момент с мясом не понятно. Подожди, палка исчезла. Ага, одна палка, значит, где-то рандомно появляется. Это не очень хорошо.
Так, цветы. Я могу поставить поливаться цветы, а мать, наверное, такая скажет: о боже, цветы переливаются, и побежит сюда. Да, правильно, нет? Так, пока выключу. Подожди, непонятно. Я, наверное, могу... Так, это не игрушка вообще ни разу. Отвертка нет. Так, ладно, достаточно одного клика, мы это поняли. Все, палка готова. Надо найти только где-то... Ага, последняя палка, видимо, тоже где-то во дворе. Хорош. Подожди, они же меня будут периодически, наверное, проверять, правильно? Все, лестница готова, поехали. Сломанная лестница, с хрена ли она? А, еще одна палка нужна. Еще одна палка нужна. Попробовать вылезти во двор через окно на кухне? Ебать ты гений, как вовремя совет это дал. Только создать повод, чтобы мама открыла его сама. Все, всегда так не играйте! Повод, чтобы мама открыла сама окно на... Что если отключить вытяжку? Вытяжку? А тут есть вытяжка? Нужно устроить дымовую завесу. Вот зачем включить все комфорки, все, я понял. То есть смотри, какая хронология действий. Мы идем. Сейчас, секунду, я сделаю типа как бы это как должно быть во время собой игры, да? Так, секунду. Оп, 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 оп. Все, ничего не работает, все прекрасно. Дверку мы такие, опа, закрываем. Мы с комнаты такие вышли, ебать, красиво. Типа вот так спрятались. Ему кто-то пишет. А, он же не выходит в коридор, хорошо. Мы такие, опа. Иду. Такие, хуяк, красиво. И все, и красота, понимаешь, и она уходит. Но мы, естественно, уходим только тогда, когда видим ее со спины. Мы такие, ебать, прикол. Опа, 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 опа. Опа. Вытяжку вырубили. Окно типа такое, ебать. И вот так сюда спрятались, правильно? Она же нас здесь не увидит. Давай посмотрим, она... Нет, она здесь нас, по идее, не увидит. То есть, как бы угол, все будет хорошо. Она такая заходит, дверь главное не закрывать. Дверь главное ей не закрывать. Все, она встает, она такая видит, что вроде как кипит, вытяжка что-то не работает, везде пар, какая-то замеса дымовая, завеса. Она берет, открывает форточку, и через эту форточку мы можем попасть во двор, чтобы во дворе как раз уже провернуть вот эту всю историю с собакой, с мясом и с остальными приколами. Но вот главный вопрос, как еще раз сделать фишку с дверью? Она купится еще второй раз? Периодически при этом нам как-то придется, скорее всего, возвращаться в свою комнату, и я тебе скажу, что это не очень-то будет удобно, то есть надо... Опа! Да, это будет не очень хорошо. Ну просто потому, что мы никак не успеем, вот если она, например, с этой комнаты выйдет в нашу комнату, то ну что нам в этой ситуации сделать? Нам никак не попасть. Нам либо ее отвлекать каким-то макаром, ну каким... А, подожди, если я включу цветы, наверное, она при этом еще и увидит, что цветы залиты водой и еще дольше задержится на улице. Это даст нам время приготовить, наверное, мясо, правильно? Чтобы мы слишком много тоже уж времени не тратили. Или надо ждать специально, пока она пойдет поливать цветы. Возможно, еще такой прикол. Давай попробуем так. Вот логическая цепь как бы связывается, но что-то как бы вроде преобразуется. То есть перепрыгнуть через вот эту штуку он может, а через такой забор нет. Гениально. А я говорил. А ты говорил, да, действительно, серьезно. Арбуз так ярко выглядит, как будто с ним что-то сделать можно. Иду, иду. Так, а вот так она меня заметит? В теории, наверное, нет. Ну типа вот я стелс. Не, она запалит меня, она запалит. Надо дверь открывать. Такое, ебать, ебать, прикол. Опа, открыл морозилку. Раз, нету, два нету, три нету. Открыл самый верхний ящик, увидел мясо, закрыл. Опа, встал. Опа, мясо кинул, закрыл. Опа, а, все, и пиздец, и попался, да, получается? Получается так, здорово. Ебать, страшно. Получается, все на этом моменте я попался, да? Она реагирует как-то? Ну, мне кажется, они будут реагировать на этот звук. Я думаю, они будут реагировать на этот звук. Давай, давай, давай!
Не, получается, если так посмотреть, то логичнее всего сделать низкое время работы аккумулятора. Хорошо. Логичнее всего сделать... Опа, нихуя. Ну куда ты пинаешь, а? Вот же дебилы. И чё? Просто взял в одно лицо арбуз съел. Так, это, видимо, какие-то отвлекающие факторы, отвлекающий шум, на который она будет либо агрессировать, либо еще что-то. Скорее всего, как-то так. Я тут ничего сверхъестественного такого не вижу. То есть эти шкафы, наверное, трогать не обязательно. Прикольно будет, если, конечно, в этом шкафу окажется что-то нереально важное. Но мы уже знаем, что... Опа. Ебать, эта подстава была бы, конечно, жесткая, получается, всрались бы. Так, пошли. Если я буду передвигаться сильно, то родители меня не услышат. Да, прекрасно. Опа. Теперь смотрим, что здесь может быть. То есть, рано или поздно он пойдет на сигнал своего смартфона, правильно? 20:37 он идет на сигнал своего смартфона, хорошо. Здесь где-то валяется заперто, то есть, есть еще одна запертая часть. Зачем ты свет вырубаешь, товарищ? Зачем ты вырубаешь свет? Зачем-то мне нужна от шпилька. Шпилька есть. Смотри-ка, заколка. Ебать, он открывает заколкой дверь. И мы тут находим... Нихуя. Тут ничего нет. Так, либо я не догоняю, либо лыжи не едут. Мы что-то должны положить туда, в этот шкафчик. Я что-то нажал? А, я рубанул кондёр, наверное. Не, что-то нажимаю просто. Хорошо. А можно ему вырубить футбол, не? Ебать, схватил, пацаны. Кружка с яблочным соком. Ключ. Какой-то ключ нашелся. Хорошо. То есть где-то здесь лежит ключ. Мне кажется, предметы рандомно спавнятся. И если предмет будет спавниться где-то в одном из этих ящиков, это же охуеть. Это сколько же времени понадобится, чтобы все это открыть? Ключ, я так понимаю, от этой штуки, да. В кладовой нет лампочки. Так, подожди, я же видел лампочку. Я же лампочку где-то видел. Почему ты не подбираешь предметы? Это же лампочка, ведь так? Так это лампочка, подбери лампочку, я же тебе нажимаю. Ебать ты прикол, конечно. Я понял, видимо не эта лампочка нужна, да? Так, подожди, он что-то делает с книгами. Вот я бы показал, как надо. Не, он просто их шатает. Я нихуя не вижу, абсолютно. Ой, ну хотя лучше не стало. Так, ванна. Стиральный порошок. А где мы грязную тряпку видели? Воду можно открыть. Это как же ювелирно тут надо нажимать, а? Это просто пиздец. Это просто жесть. Ага, грязная тряпка. Грязная тряпка зачем-то здесь нужна. Лампочка. Лампочка может быть в ванне, собственно, как и грязная тряпка. Мне кажется, мне просто повезло сейчас. Я думаю, а можно как-то комбинировать это, нет? Понадобится специальное средство от жира. Я прекрасно тебя понимаю, что тебе понадобится специальное средство от жира. Собственно... Так, я включил лампочку, нажал. Хорошо. Тут кладовая. Радио. И что? А я говорил! Подожди. Вот зачем, получается, нужно батарейку найти.
Так, секунду. А батарейка-то на том же месте, нет? Сейчас мы узнаем, предметы меняются. Чтобы вспомнить, блядь, где батарейка лежала. Ключи. Ключи от машины. Походу батарейка все. Да, батарейки нет. Батарейки нет, все пиздец. Это ж как я должен видеть-то, блядь, чтобы... Чтобы все это дело найти, ты понимаешь? Ой-ё, тут еще все открывается, ебать. Какая жесть. Так, фотография. Так. Чё написано? Кого? А, возраст 8 лет, в 10 году. В 7 месяце 10 года ему было 8 лет. Или 6 лет. Подожди, выйди. Сейчас 2015 год получается, да? Сколько тебе лет было? Все окей, 8 лет. Ему было 8 лет. Сейчас давай проверим на всякий случай. 15-й год. Да не ему, твою мать, а! Ага, все. Заебись. Так, комп. Спокойствие. Включай комп. Мы знаем, зачем нам пароль, подожди. Зачем нам пароль? Давай! Давай, давай, давай! Зачем нам пароль нужен? Это комп тоже надо вырубать. Так, паспорт. 13. А, Андрей... О, хорош. Андрей... Тире 13. А, ебать, год рождения. Год рождения, секунду, год рождения. Какой год рождения? 2010, все, все. Год рождения нужен, все. Так, ага. Плюс год рождения. Ну а что, что не так-то? Может быть... Какой нахуй... Какой 2010-й, что я пишу-то? Год рождения, какой 2010-й? В 2010-м ему было 8 лет. Чё ты пишешь? Чё ты пишешь? Капец. Да. Так, тире, всё. Что не так? А что не так, собственно? А, ебать, плюс. Какой минус? Плюс. Что не так-то? Андрей. Плюс год рождения. Ну, 2002. Что не так? Может, 02? Нет. Может, вот так 02? Нет. 2002 год, ну. О, все вошло, заебись. Так, 18.05.2015 года. Метель, реклама. Так, метель. Так, и что? Играть в демо-версию. Мачи, скачать полную версию. Играть демо-версию. Сегодня, работа немного затянулась. Опа, нихуя. Мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, и я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось бы в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые... Ладно, нажимаю. Ебать, это игра в игре. Это игра в игре, ты понимаешь? Это игра в игре. Режим сна... Не, убери. Отмычка. Я знаю эту игру. Я знаю эту игру, я видел ее прохождение. Отсюда. Нужно убираться еще отсюда. Что-то здесь не так. Это из этой игры, да? Нет питания. Панель управления выключена. Подожди, ты мне хочешь сказать, что всю эту игру можно пройти, играя внутри вот этой игры? Все, зачем? Ключ за стеклом. А можно как-то пошуметь? Нельзя, судя по всему, да?
Я нихуя не вижу, откровенно говоря. Яркости здесь нет вообще никакой. Так, календарь. Рукоятка прибита к стене. Рукоятка прибита к стене скобами. То есть, если тебе мало того, что ты хочешь сбежать по этой игре, ты можешь еще сбежать по вот этой. С электронным... Кто-нибудь что-нибудь видит? Я ничего не вижу. Можно выйти из игры? Хорошо, вышел. Корзина. В корзине пусто. Браузер. Так, все, видео. А, понятно. Ага. Музыка. Почта. Закрыть, закрыть. Папа, отправить фейковое сообщение. Привет, малыш. Мама, отправить. Игорь, туда ее погнали гулять. Так, привет, скинь домашку по математике. Привет, я сам ее не делал. Туда ее погнали гулять. Гу. Так, приветик, ты кто? Андрей с 5 А. Ясно. Как дела? Что делаешь? Выходи погуляем. Игнор. Игнор. Так, школа. Так, уважаемые родители, приглашаем на родительское собрание. Будут поведение. Хорошо, хорошо. Так, совершенно принято моя мечта. Конкурс про цели развития творческих способностей учащихся, их кругозор, углубление сознания по предмету. Участникам конкурса необходимо написать сочинение объемом от 300 до 500 слов. Работы должны быть оригинальными и так далее и тому подобное. Упустите возможность, хорошо. Малыш, кто мне пишет, я не понимать, кому чего? Просто хотела пообщаться, чего? Ебать, какой малыш, ты чё, с ума сошел? Так, ага, ну-ка. Нихуя ты крыса. Малыш, что за малыш, что это такое? Подожди, может это типа... Ой, извини, я немного пьян, понимаешь? Ты кто такая, красавец? Нихуя ты. Я могу быть твоей маленькой тайной, если хочешь. Может, мы поговорим о чем-нибудь интересном? Пойду гляну, кто там мне пишет. Так, ну-ка иди-ка глянь, кто тебе там пишет. Ну-ка иди-ка глянь. Охуеть некрасиво, конечно, поступает сейчас батя. Так, ага, давай, давай, пиши, давай. Ебать, понятно все. Так, и что, и что? Так, что-то думает, что-то пишет, смотри-ка. Ой, интересное предложение. Что тебе нравится говорить, милая? Мне нравится говорить о том фильме, музыке и о том, как ты сегодня провел время. То есть можно каждый раз вот так ходить и отправлять зачем-то ему сообщение. Видимо, чтобы открывать шкафы и доставать оттуда ключи, правильно? Походу, так оно и есть. Почему он сразу уходит с этого места? Почему нельзя сразу же? Сколько он секунд примерно читает сообщение? Ну, секунд 5. То есть каждый шкафчик — это одно сообщение такое. Но это же полная жесть. Я люблю шассон, баня с друзьями и футбол смотреть. А ты любишь фильмы для взрослых? О, понятно. Да, какие фильмы тебе нравятся? Так все, я все понял, все, все ясно. Подожди, я вот успею чисто теоретически вот так добежать, предположим. Не в ту сторону. Ага, когда он бубнит, он что-то пишет. Ну, короче, секунд 30 у нас точно есть. Секунд 30 у нас точно есть во всех этих делах, да? Причем вот эта дверца будет постоянно закрыта, у нас будет прямой... А, спокойно перепутал двери. Извините. Все, он идет в эту сторону. Понятно. Мне нравятся фильмы про любовь и комедии. Что-то за фильмы такие, так... Любовь и комедия? Так, мне нравятся фильмы про отношения. Мы с тобой похожи. Ебать. Так, ну понятно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Все понятно. 30 секунд у нас есть. 30 секунд у нас есть. То есть мы за это время должны прийти
открыть один раздел шкафа. После открытия одного раздела шкафа посмотреть, что в нем есть, закрыть его, встать и убежать обратно в сторону нашей комнаты, закрыв при этом на всякий случай дверь. Потому что она может пойти цветы полить или, например, прийти нас проведать, и мы такие, опа, сидим читаем. Все хорошо. Все четко. Подожди, а комп надо вырубать? Нет, не написано. А, ебать, режим сна. Ё-моё, прикол. Нас много общего, можем пообщаться так. Ну, детка. Детка. Да. Кому я там нужен? А он еще же некоторое время идет, понимаешь? Еще вот, вот в такой момент я могу в целом уже на картах сюда, видимо, подползти. Второй шкаф я такой посмотрел. Третий шкаф я такой, опа, открыл, закрыл, закрыл. Все хорошо, тут никого нет, я бегу обратно. Хуяк, красиво сел, читаю книгу. Подожди, это же каждый раз еще надо вырубать в сонный режим. Это пиздец какой-то. Мне уже 43, но это не значит, что я ничего не могу. Так что не переживай. Ебать, просто понятно все с отцом. Все ясно, все понятно. Фу, просто гадко, просто отвратительно. Вратарь где? Вратарь где? Вратарь в пизде. Все, не знаю, очень много всего, очень много куда, очень много зачем. О, смотри, крышечка. Еще не убирается в доме, ну что ж такое? Что, опа. Этот ключ не подходит. Это заперто на ключ. А машина, что может машина сделать? Так, секунду, я понял. Сейчас 5 секундомерчик. Пока я не видел ни разу, чтобы они ходили и беспокоили. То есть, чтобы они проверяли меня. Здорово, пес, как дела? И что? И чего? А, багажник. Как же дохуя в этом видео рекламы, я хуею. Это сколько же вырезать-то придется, а? Да и в игре, собственно, действий-то на самом деле немало, ты посмотри. Но я так понимаю, тряпка плюс антижир нужны для того, чтобы вот что-то оттереть. Что это такое? Хорошо, тряпка. Слишком грязная, отвечу, надо ее помыть еще. Это же средство антижира, оно автоматом все помоет. Так, это же бред полный. Если я включу воду, меня будет слышно в этот момент, разве нет? И что? И? Тряпка слишком грязная. Ну так я понимаю, что она слишком грязная. Ты помыть ее можешь? Я же вот тебе включил специально воду для этого. Понаберут по объявлению, действительно. Ты в туалете ее помыть хочешь? Ебать какой... Туалет, конечно, невеселый. Ну, жесткая вода, скорее всего, разводы страшные. А, ты хочешь ее постить? Ебать, это шикарная идея. Перед запуском насыпьте порошок специальности. Ах ты, а вообще-то можно и в барабан сразу насыпать, как бы это не обязательно делать в отсек. Охренеть. Вот это приколдес. А то есть вот это никто не спалит, да, вообще ни разу. Мы вот, ну хорошо, предположим, кто-то спалил. Мы бежим себе в комнату, открываем дверь, садимся на кровать. Так это жесть. Это, а, ну стирает, слушай, достаточно быстро. То есть это можно сделать, в принципе, пока, например, отвлекаем ее. То есть мы нажимаем на... Нет, подожди, это бред. Мы не успеем. Мы нажимаем сначала на дверцу... Заранее засыпав сюда порошок и заранее засыпав сюда вещи, она идет открывать, и во время этого мы запускаем стиралку. После этого бежим в свою комнату и сидим там спокойно. Она возвращается назад, потом мы забираем обратно тряпку. Тряпку мы обратно забираем, чтобы что? Чтобы взять ее в руки и очистить вот это. Это что вообще из себя происходит? Что это такое? Выключено. Включено. Пин-код. Видите пин-код? Используя цифровой блок справа.
Нет, да, вообще. Ебать, приколы. Ну а что? Подожди, у него на календаре что-то отмечено? Ничего не отмечено. Ключ может быть у нее. А где у нее ключ? Вопрос. Где у вас ключи? Она их носит с собой. Это видео уже, ебать, как сильно затянется, поэтому, наверное, давайте-ка на этом... Ой, тут еще шкафчик есть. Как же дохуя тут прогулок по шкафам, это просто пиздец. Вот еще и молоток. А молоток мне зачем? Что мне с молотком сделать надо будет? Что мне надо забить? Вот кто-нибудь понимает это? Все, мимо! Может, разбить телевизор ему нахер, чтобы он... Не думал даже, что там мы против телефон пойдем его разобьем, давай. Чтобы он никакие сообщения больше никому не писал. Нет, смотри-ка. А, то есть можно прям руками, да, что-то отрегулировать в плане сообщений? Может, аптечку? Нет. Вот, смотри, картошечка лежит. Не открывается. Зарядка? Зачем тебе зарядка? Так, подожди, еще батарейку надо где-то найти. Ебать, сколько тут предметов. Причем они, смотри, они не сильно выделяются. То есть я в целом могу пропустить какой-то предмет. Сантиметр вот выглядит так, как будто его взять можно. Но нет, что-то еще можно, оказывается, зарядить. Вопрос, что ты хочешь заряжать, мне пока не понятно. Как же он заебал этот чайник, а он постоянно жужжит да жужжит. Я пытаюсь сделать хоть что-то разумное. Нихуя не получается. Вот есть розетка. Ты подключишь, не подключишь. Может, тут несколько возможностей побега. Может быть, что-то в этом духе. Наверное, это... Зарядку положить сюда? Нет, не положить. Ну что здесь можно? Может, отвертка нужна, чтобы открутить в пульте батарейки? Я пока не догоняю вообще. Подожди, мы в доме еще у себя в комнате не смотрели, какие-то предметы, может, здесь валяются. Вполне себе может быть, ведь не зря же здесь все это есть. Как он заебал орать уже, честное слово, заебал. Он на мозги капает, он постоянно одни и те же фразочки говорит, он вот этим... Что-то я могу разбить. Что-то я могу разбить. Вопрос что? Так, отдай мне. Зачем-то я врубаю телевизор. На кой хуй я это делаю, сам не знаю. Короче, я походил по дому, еще попробовал поискать. Максимум, что я нашел, то, что можно съесть его бутерброды. Не знаю зачем. И все, понимаешь, и больше ничего нет. Больше ничего найти я так и не могу, либо я смотрю очень сильно невнимательно. Не знаю, но в любом случае, наверное, посмотрим еще одну серию, следующую, в подсказках. Интересно, можно сделать так, чтобы он вообще не разговаривал? Нет, я надо специально звук урубать. Посмотрим потом вот в разделе подсказок, что можно сделать, или еще раз вокруг пробежимся. Я достаточно много уже побегал, достаточно много вроде как посмотрел. Швабра... Что швабра? Что? Подожди, стоп, так она же будет каждый раз реагировать, когда я буду делать вот это. Но она же не глухая, она же слышит меня. А, нет, я она слышит меня, когда я открываю шкаф. То есть, это последняя палка. Последняя палка в швабре. А он не ставит ее, кстати. И чё, прикол в чем? Сломанная лестница. Ну, я не дурак, да, я сломанная лестница. И что? Ужас. Ужас. Хорошо.
Что тебя не устраивает? Сломанная лестница. Все, вот, пожалуйста, палка, вот она. Как тебе ее поставить-то? Да кому ты там, ты вообще нахуй кому-то сдался? Да и как палку поставить-то? Он не ставит палку. Бочка, что бочка, что? Бубнит. Что тебе надо от этой бедной бочки? Успокойся, угомонись уже. Да как мне? Может разбить что-то надо здесь? Здесь? Нет. Почему ты не можешь? Вот забрался вот сюда, взял, поставил палку. Все, заебись. Нет, не хочет. Нет, не хочет, и все тут, понимаешь? Может, надо взять метлу? Это же, блядь, надо было догадаться. Это надо было догадаться подойти к метле, поднять ее и открутить от нее нижнюю часть палки. Как до меня должно было это дойти, скажите? Опа, там дырка. Да, смотри-ка, там дыра в потолке. Ну-ка, подожди. Там есть какая-то дыра в потолке. И еще, блядь, там еще же наверх лезть надо, это ё-моё. Чтоб ты понимал, каждые 2-3 минуты реклама. Так, дырка-то в потолке есть, вот. Только толку-то от нее. От этой дырки в потолке. Я могу отключить или включить пылесос. Это просто шедевр. Шедевр. Я понимаю, что нужна батарейка в радио, и скорее всего радио откроется, и я смогу что-то здесь предпринять, что-то здесь сделать. Правильно? Правильно. Но главный вопрос, что? Ну вот отвлекающий маневр. Это будет отвлекающий маневр. Еще как тут до хрена всего. Мне кажется, тут не один способ побега. Я думаю, здесь очень много. Просто слишком дофига предметов ради всего этого. Самая логичная вещь, которую я вижу, каким-то образом их отвлечь и сделать выход себе вот в этой стороне, в сторону окна. Не, подожди, тоже бред. Там в чем фишка? Мы не можем открыть вот эти ворота, потому что у нас нет ключа. Ай, короче, ладно, давай разберемся уже как-то в следующей серии. Пиши свои комментарии. И потом, наверное... может быть продолжим, а может быть и нет, я не знаю, я решу и посмотрю. Вот такая какая-то игрушка, ну, собственно, это все из этих подобные игры из разряда «Найди предметы, чтобы сбежать», и начиналось это, по-моему, вообще все с Грэнни, да? Грэнни была игра, или даже, наверное, раньше подобных игр. А вот тут просто в таком стиле. Все, с вами был я, Иван Грешник. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. Если в сериях видосов и так далее, поставьте постоянно дискорд сервер и поддержка канала. Всем хорошего настроения. Всем пока.